Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область. Песня про простую рядовую девушку, которых, так, ни странно, ни печально, очень много, но их никто не замечает по причине то, что они, так сказать, не могут выделиться в этом мире, в этой жизни, не имеют, так сказать, такой энергетики, ну и так далее, тому подобное. Так у меня. Я спою про тебя незаметную ничем, никакую ты, простите, супер-пупер вуман где, а простую, как есть, рядовую, так сказать, и веселую по жизни, несмотря на жизнь кошмар. Замуж выйти не случилось, и с работой не срослось, и вообще все так не очень похватилось, понеслось, закружилось, словно вьюга, а тебе про то плевать. Ты смотрю, не пала духом, улыбаешься, как дать, а ведь ты лучше всех, так-то если будет что, стоит только присмотреться, и тогда увидишь все, и глаза твои большие, и какая ты отпад, как могло такой красотке не вести по жизни, как замуж выйти не случилось, и с работой не срослось, и вообще все так не очень покатилось, понеслось, закружилось, словно вьюга, а тебе про то плевать. Ты, смотрю, не пала духом, улыбаешься, как дать. Может, будешь ты невестой, мне ведь тоже не везло, а вдвоем сумеем больше, если будет чё кого. Как тебя любить не можно, как тебя не обожать, ты подумай на досуге, а то, видите ли, а замуж выйти не случилось, и с работой не срослось, и вообще все так не очень похватилось, понеслось, закружилась, словно вьюга, а тебе про то плевать. Ты, смотрю, не пала духом, улыбаешься, как дать, на все пчихать. Ну, как я, наверное, на сегодня. Спасибо.